Здравствуйте, зрители Торонтовки. Известный актер Сергей Маковецкий порадовал русскоязычных жителей Торонто, представив им свой моноспектакль «Неслучайная встреча» в Richmond Hill Center for the Performing Arts. У мужчины нет лучшего настроения, чем тогда, когда он говорит о себе. Я лишу себя и этого удовольствия. Я вам постараюсь рассказать все, что посчитали нужным. Актер приехал к нам не один. Он привез с собой своих персонажей, уже давно полюбившихся зрителю. Криминального авторитета Корона из фильма «Жмурки», Черненко из драмы «72 метра», Фиму Петрова из сериала «Ликвидация», Первого Присяжного из фильма «12». Все эти образы воплотились в жизнь на большом экране, установленном на сцене, и переплелись с рассказами о кино, театре, творческой жизни актера. Я надорвал тебя вниз. О, кляча горести, топча земную твердь, мчи одного из тех, чьи вороные кони неслись когда-то вдаль, сквозь пустоту и смерть. Спасибо, Алексей Балабанов. Сергей Васильевич делился своими воспоминаниями о работе с известными режиссерами, читал монологи из произведений Чехова. Как признался сам актер, Антон Павлович – его любимый писатель. Гвоздиков закрыл лекции и принялся за пятую бутылку. Выпил, наконец, пятую. И шестую. Он приголюбился. И задумался о ничтожестве Вселенной вообще. И человека в частности. Концерт Сергея Маковецкого был бесподобный, замечательный. Я приглашала свою подругу, она говорит: Маковецкий, да как бы я, ну как бы очень спокойно к нему отношусь. К нему невозможно относиться спокойно, он просто звезда, он настолько многогранный, как бриллиант. С каждой стороны ты видишь свой оттенок. Бесподобный концерт, просто бесподобный. Пересмотрю его фильмы с его участием, возьму все Википедии, все фильмы, в которых он снимался, пересмотрю все, о чем он упоминал, обязательно. Это просто жизнь. Очень понравилось. Впечатлительно, интересно, трогательно, правда. Я очень рада этим вечером. Моя подруга мне подарила билет, так что я благодарна всем. Сергея Васильевича я очень уважаю. Видел практически все с ним фильмы. И каждое вообще кино с ним – это какой-то настоящий праздник. Я сам вообще учусь на театре драмы в Канаде, в программе. И вообще очень тоскую по русской культуре, по русскому театру. Увидеть действительно гениального представителя. Я просто в шоке, на самом деле. Мне сказать, на самом деле, нечего. Очень талантливый, действительно, артист. И у нас таких мало. И мне кажется, увидеть в жизни хотя бы несколько таких – это просто праздник настоящий. Я очень рад. А есть ли у вас какая-то любимая работа Маковецкого? Сергей Васильевич везде по-своему хорош. Но я бы сказал, что в фильме «12» – это первый фильм, что я, где его увидел. И, конечно, он был там очень хорош. До сих пор интересно пересматривать, и мне кажется, там есть что-то внутри, что вполне возможно я еще не отгадал. И буду пересматривать, чтобы найти это что-то. После спектакля Сергей Васильевич обратился к своим канадским поклонникам с пожеланиями. Ну что я могу пожелать моим, поклонникам? Счастья. Желаю встречи, чтобы мы как можно чаще встречались вместе. Здесь ли, на творческих вечерах, на спектаклях ли. Чтобы мы были все живы и здоровы, чтобы у нас было все хорошо. Вот я это желаю и себе, и вам, мои дорогие поклонники. Спасибо. Не случайно встретились с Сергеем Маковецким, Ольга Рудина и Никита Овсянников. Специально для Торонтовка.ком.